Эпидемобстановка в районе и меры противодействия пандемии, главной составляющей которого является успешное проведение прививочной кампании, а также реализация национальных проектов и участие муниципальных образований в государственных программах благоустройства. Эти и многие другие вопросы на традиционном планерном совещании с заместителями, начальниками отделов и управлений районной администрации, главами сельских поселений, руководителями ведомств, представителями Роспотребнадзора и СМИ обсудил глава Кашхабского района Заур Хамирзов. Каждый из вопросов повестки дня был рассмотрен детально. В первую очередь руководитель администрации района призвал не снижать уровень контроля за соблюдением условий режима повышенной готовности, а работу по осуществлению вакцинации усилить. Одним из дополнительных механизмов повышения уровня информированности граждан о необходимости обезопасить себя и близких от пандемии наряду с печатными СМИ и социальными сетями является встреча представителей центральной районной больницы с жителями района. И хотя данная работа в муниципалитете уже проводится, глава района подчеркнул, что осуществляемую деятельность в данном направлении необходимо вывести на более высокий уровень. Этого же потребовал Заур Хамирзов и от ответственных лиц по реализации нацпроектов и программ благоустройства, а также по достижению показателей эффективности работы органов власти и местного самоуправления. Ряд решений было вынесено по поводу подготовки техники ДРСУ к весенне-летнему сезону и проведению ямочного ремонта и ремонта гравийных дорог, строительства тротуаров, подготовки проектов благоустройства для участия в региональной программе «Бюджетное инициирование», мониторинга объектов торговли на предмет разрешения и оформления вида деятельности.